Итак, всем привет, народ. Это видео для тех, у кого монитор параша, как у меня, и не поддерживает разрешение Full HD. А они хотят нормально поиграть. Но надпись Outrange, то есть вне диапазона, не дает это сделать. Я знаю два способа, как запустить игру, если высвечивается данная ошибка. Начнем, пожалуй, с самого простого. При входе в игру вы нажимаете комбинацию клавиш Alt-Enter. Сейчас продемонстрирую на примере Assassin's Creed. Сейчас загружается. Вот. Ждем. И вот. У меня уже был оконный режим. Как видите, я нажал Alt-Enter, и оно раскрылось. И опять нажав, оно скрылось в окно. Так вы сможете в настройках выставить свое разрешение. Второй способ более сложный. Находим папку с игрой в разделе «Документы». Сейчас все это будет показано. Например, Assassin's Creed Syndicate. В конце нужного нам файла будет слово «ini». Находим там стоящее разрешение и меняем на свое. Вот. Далее закрываем этот файл и пробуем зайти. Если у вас это не получилось, то перезагружаем компьютер и снова пробуем зайти в игру. Надеюсь, я вам помог. И до скорого, ребят.